Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, и я разработчик спиннингов Nordstream. В 2021 году мы представим 4 новые серии, которые будут объединены концепцией SCS-X. Ну, как бы SCS-концепция наша достаточно известная. Это относительно бюджетные палки, которые сделаны по принципу оптимального использования для того или иного вида рыбалки. То есть чисто джиговые, чисто твичевые, чисто лайтовые и так далее. SCS-X отличается тем, что это более дорогая линейка. Розничная цена у них примерно 10 тысяч рублей. Почему дороже и почему это отдельная концепция? Сейчас объясню. Все дело вот в этом вот волшебном припрыге. Если раньше мы использовали концепцию X-Torq в очень дорогих удилищах, когда наши слои припрыга были переплетены под углом 45 градусов, то теперь мы можем это делать уже не самостоятельно, переплетая эти припрыги, укладывая их на дорн. Появился вот этот вот готовый припрыг. Значит, минус один, он достаточно толстый. Мы не можем его использовать в вершинах, да и в принципе он там как бы особо не нужен. Потому что, что нам дает эта концепция X-образного переплетения? В первую очередь, это надежность на скручивание. Во-вторых, это сильно улучшенная чувствительность. В-третьих, это легкость заброса и оптимальная отработка на вываживание. Вот эти самые главные три момента, которые нам позволили сделать абсолютно новые серии с абсолютно другой работой бланков по сравнению с тем, если мы применяли обычные припрыги с обычной укладкой графита, там один поперек, все остальные вдоль. Поэтому, естественно, немножко выросла цена. Вот. И удилища получились как бы более высокого класса. На самом деле, если сравнивать их потребительские свойства, то они вплотную уже подошли к спиннингам там, с розничной ценой в районе там, 15-16 тысяч рублей. Здесь мы смогли сделать дешево, относительно, хорошо, ну и, собственно говоря, специализированно, поэтому это и концепция называется SCS-X. На этом, наверное, все. Дальше мы будем уже рассказывать конкретно про каждую серию с разборкой каждой модели. Смотрите, скоро появится на экранах.